Вот. Мне 35 лет, и это очень странный возраст, потому что уже потихоньку ощущается приближение старости. Мне, например, в моем возрасте мне не обязательно бухать, чтобы на следующий день себя плохо чувствовать. Я могу просто чуть позже лечь спать. Утром тот же самый эффект. Не обязательно бухать, чтобы чувствовать это состояние опьянения. Мне достаточно завязать шнурки и резко выпрямиться. Я это называю welcome drink, потому что бесплатно. Очень странный возраст, 35 лет. Я, например, в машине стал держаться за эту ручку. Оказывается, реально удобная тема. Да. Вообще не страшно ехать. Да, и что еще? Мне с утра начало бесить, когда я каждый раз я подхожу умываться и смотрю на свое лицо, оно какое-то поношенное. Здесь какие-то пролежни, как будто кто-то еще носит мое лицо. Ну, как будто мое туловище отдыхает, а лицо где-то работает, где-то на шахте. Да. И знаете, у меня еще лишний вес, у меня уже настолько лишний вес, что мне даже уже черный цвет говорит: братан, я сделал все, что смог, ты давай дальше сам. Но при этом каждое утро я смотрю на свое старое лицо, но у меня нет живота, и я такой: вау, как классно, значит, все было не зря. Потом выпиваешь стакан воды, и опять жердяй, все вернулось опять. И это очень странно, потому что, ну, твое туловище, оно утром такое стройное, подтянутое, и к вечеру оно такое просто расплывается. А лицо, оно наоборот, оно утром такое старое, сморщенное, и к вечеру оно так разглаживается, молодеет. И мне кажется, они движутся навстречу друг другу, и где-то в полдень я такой: фотографируйте меня, сейчас лучше я. Так, у меня еще дети. Дети, есть кто-нибудь, у кого есть дети? Хорошо, мы потеряли внимание. Смотрите, у меня дети, и я заметил, что современным детям им же вообще не интересны те игры, в которые мы играли в нашем детстве. Да, меня просят сейчас завершать выступление. Смотрите, я хотел бы напоследок сказать о том, что... Да, я хотел бы сказать напоследок о том, что я буквально ехал сюда и увидел, что одной нашей соотечественнице нужна ваша помощь. Ее зовут Анар Шаймергенова. Ее инстаграм-аккаунт anar_newlife. Ей требуются деньги на лечение, на пересадку почки. Ей 32 года, а ее дочке нет еще и 10 лет. Давайте поможем всем миром.